Смотрите, на этом сайте я второе видео решил снять, так как у меня уже я очень злой сегодня из-за таких вот видео. Смотрите, 429 тысяч 600 человек проголосовали, что за этот флаг, что им нравится, что азербайджанцы целуют ноги казахам. Во-первых, мы 30 лет, азербайджанцы, воевали за Карабах. Воевали с Арменией и Россией, и это все знают. И казахи, которые правильные, они знают, что мы не сдались. Мой дед был выслан в Казахстан, репрессирован, потому что не встал на колени перед советской властью. Он пошел против советской власти. Он в 16 лет сидел на Колыме. Я внук этого человека. Мне неприятно, что мою родину Казахстан сейчас травят с родиной моих предков. Повторяюсь, моя родина Казахстан. Я уважаю все гостем воли Казахстана. А здесь я какой-то маленький человек, маленький не по возрасту, а маленький умом. У него, видимо, мозгов вообще нету. Травит народы. И смотрите, сколько людей ставят классы. Это разжигание межнациональной розни, межгосударственной розни. Как может такое вообще пропустить ТикТок и почему КМБ такое не блокирует и не ищет? Если бы сейчас было наоборот, уже бы этого человека нашли, который бы сделал, что казах целует ноги азербайджанцу, даже под такой картинкой. Смотрите, насколько ненависть уже в Казахстане у молодежи, да, видимо, где-то на базаре, вот на этой газели они за абрикосы поругались с кем-то, из, может, из азербайджанцев или из турков, что они теперь своим детям внушили, что мы все плохие, что дети их не такое ставят. Нужно привлекать в первую очередь не этого ребенка, а его родителей за то, что недовоспитали. Министерство образования, выкинуть этого ребенка со школы, спецприемник в интернет, а лучше сразу в детскую колонию. Чтобы другим было это уроком и показать по всем телеканалам, как вы показывали...